really. Dinner time, you also can try noodles and pork sandwich. Dinner time. Мы в древней столице Китая. Сианю ни много ни мало 3100 лет. Городская стена значительно моложе, ей нет еще и 700 лет. Здесь повсюду фигурки солдат знаменитой терракотовой армии, которую мы еще увидим в следующем фильме. Давайте с корабля. Надо сказать, что самый лучший обед за все эти две недели был здесь, в этом ресторане. Лично мне очень нравится вот это здание. Сиань был столицей 10 императорских династий. Это не считая тех, которые были до создания империи. А объединение Китая в империю пошло именно отсюда. В Сиане начинался Великий Шелковый путь, ведущий через Среднюю Азию в Европу. В 8-9 веках Сиань был, вероятно, самым крупным городом в мире. Это наиболее сохранившаяся из древних крепостных стен Китая. Стену строили в самом начале династии Мин в 1370 году. Длина ее около 12 километров, а высота 12 метров. Защитный ров с довольно чистой водой. Он был построен тогда же, когда и стена, около 650 лет назад. Получается, только часть стены. Напоминание об Олимпиаде. Вот такие башенки через каждые 120 метров, и всего их 98. А 2 с лишним тысячи лет назад здесь стояла другая стена, и была она вдвое длиннее. Ночной Сиань очень красиво освещен, вот только трудно снимать его из окна автобуса. Это, видимо, тоже Сиань, только на столе в нашей гостинице. Пагода Большого Гуся. В 7 веке буддийский монах Шуанзанг совершил путешествие в Индию. Он привез оттуда буддийские сутры, множество древних свитков, написанных на санскрите.
Сутры надо было где-то хранить. Традиционно буддисты хранят свои сутры в таких специальных башнях, так называемых ступах. И вот от этих ступ и пошли пагоды. Пагода Большого Гуся была построена в 652 году. Шуанзанг поступил на службу к императору и до конца жизни занимался переводом свитков с санскрита на китайский. А пенсионеры на этой площади развлекаются запусканием воздушных змеев. Это Нэнси, наш экскурсовод в Сиане. Мы на фабрике терракотовой скульптуры. Поучившись кое-чему у древних, переняв их технологию, эти ребята теперь делают неплохие деньги. More than 7,000. All the warriors must be fired in the kiln for about 5 days with 15,000 yuan. That's roughly around 3,000. Shipping and insurance. Of course, you cannot really have. That would be very nice. That's good. You didn't do that, please. This place over there. A 5-star restaurant. Five star. Yeah. The greatest emperor in China. Have you ever been to Beijing? Yes. So you must have. Frankly, he is just an imagination. You are not going to see him in the museum. But all is raw lacquer, rooftop powder, and living room. On the right side of the road, right? There are a lot of lacquer trees that are growing on the slope. Well, the making process is roughly like this. Actually, he is already retired. We invited him back for demonstration. Шкафчик из сандалового дерева – шедевр начала 19 века. Of course. Like 20 years before, no machine to do this. Even now it is. Это Женя. А это Кевин и Дебра из Оттавы. А сегодня мы на фабрике нефритовых изделий. Очень распространен по всему Китаю уже несколько тысяч лет, хотя месторождение здесь всего одно.
Нефрит может быть и желтым, и коричневым, и белым, не говоря уже о зеленом и синем. О, какой Конфуций! Ну вот, снова в аэропорт. Прощай, Сиань. Of his wages that covers maintenance, water, electricity. So